моя чудая. Мария Александровна, спасибо вам за труд. Вас помнят, вас ценят. Мария Александровна пришла на Ульяновский автомобильный завод еще 20-летней девчонкой. На благо предприятия она отработала без малого 50 лет. Признается, работала и сверх плана, и старалась помогать всем коллегам. Бегаешь, придешь домой с второй сменой, а за мной обратно приезжают. Айдать комплект подбирать, еще 20-30 комплект над машиной, еще сверх плана. Ну, едешь. Везут меня как бароню. Вот, сделаю там все, обратно дома везут. Марию Александровну на заводе не забывают. Ко дню инвалидов женщину посетили работники завода, вручили подарки. В целом волонтеры обошли 60 человек, ветеранов УАЗ и инвалидов первой и второй групп. Не отказывают волонтеры и в помощи. Кому-то помочь с ремонтом, кому-то купить необходимые лекарства и продукты. Все мероприятия проходят в рамках акции «80 добрых дел. Эстафета достижений». Она приурочена к 80-летию УАЗа. Инициаторы подобной акции – сама молодежь предприятия. Молодые люди уверены, старшее поколение необходимо помнить, уважать, а главное – говорить спасибо за их труд. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.